же это Арана. Она в опасности. Помогите мне! Меня окружили! Я в ловушке! Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье! Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он ненарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Я поищу пока. Правда? О, спасибо. Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. Нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе.
Здесь след Араны обрывается. Наверное, тут она и увидела падальщика. Пойду за ней, найду и копье. Любил матери.
Пора идти к Карсту за нитеметом. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидит. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нитьмёт. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Только теперь смотри мне, давай-ка поаккуратнее с этим нитьмётом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно, неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Ладно, увидимся. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к Северным Братам.
здесь след обрывается. Наверняка он пересек реку. Надо посмотреть на том берегу. Вот он. Ну что, вперед.
Машина меня заметила. Достойное оружие. Арана так обрадуется.
Плохо. Давно я тут не бывала. Уже много лет. Что я тут найду? Может, попробовать туда? Теперь-то я не маленькая, смогу забраться. Директор Эванс, сигнал с базы командования роботами. Шифрование «Черный кварц». Перенаправляю на вашу сетку. Да, это полезная штука.
вроде топливного элемента. Поможет. Рисунок на цветке. Thank you.
хорошее мясо. Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. То есть... Лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать! Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Нельзя, чтобы попасы намокли. Thank you.
сделать зелье. Хвала матери! Элой вернулась! С копьем! Сначала ты вернула мне рану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезную. Ну, благодаря тебе. У меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе. За все. Как представлю, что мог навсегда потерять Арану. Спасибо, Элой. Как представлю, что мог навсегда... Thank you.
Я справлюсь. Я думала, что это никак не закончится. Никогда.
начинается. Живучая травка. Ты мне пригодишься. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания, разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Поздравляю, великая мать вновь даровала вам кроликов. Великая мать, твой голос, как далекие раскаты грома. О, мать, я слышу песни скорби. Я бы примкнула к ним, но я забыла свои четки на восточном утесе.
Я так боюсь. Грата, дождитесь меня в лагере. Я постараюсь помочь. Я найду тебе применение. Было бы увлекательно, если бы они не искали меня. Крови много, а тела нет. Надо разобраться.
от лагеря тянется дорожка из капель крови. Это нож. Выходит, кто-то ранил Эмброма? Вон еще кровь. След тянется в ту сторону. Не стоит. Ага, ведро. Кто-то принес кровь в лагерь? Здесь кровавая дорожка обрывается. Должны были остаться другие следы. Просто не попадайся им на глаза.
Ай, жуть. Кровь в лагере — это кровь этого кабана? Если это сделал Брон, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм? Если это Бром, он неплохой охотник. Отсюда припасы. Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? Припасы из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем?
Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Не стану слушать. Сперва пообещайте. Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет, оставь меня. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Возьми себя в руки и слушай. Только мой голос, ты понял? Отойди от обрыва. Да, 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 они духи. А ты живая. Лара говорила, если видишь того, кто говорит, других не надо слушать. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня вредить людям. А вдруг, если я вернусь, они велят обидеть Алару. А я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, ты жив. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да, так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я не хочу тебя обидеть, но забытые, их шепот, моя голова полна их криков. Бром не готов вернуться в племя, но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Thank you.
Берем, пока есть. Thank you.
Берем. Это я беру дорогу. Тропа воинов совсем рядом. Thank you.
Вера верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Ага, вот и четки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока. Thank you.
А вот и Грата. Наедине с Великой Матерью. Как всегда. Вот ваши четки, Грата. Я выполнила вашу просьбу. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая мать, услышь, как я перебираю на этих четках годы своего служения. Услышь мои слова, так же, как я слышу твои души. Мороз щиплется. Прощай, осторожность. Thank you.
О, меня заметили. Похоже, они затеяли охоту на что-то крупное. Вон он. Именно. Элой, ты пришла? Идем. Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Лой. Всему свое время. Отнесла чудной грати кроликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, не дешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Лой. Обсудим это потом. Ладно. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов.
Жуть. Скоро мне это понадобится. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Туша рыскаря, и я заберу детали. Будь осторожна. Совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Зубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Справиться. Это
Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Припасов для этого оружия. Возьму дорогу. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем. Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пелозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок — ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся.
Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом, когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Расцвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Тогда увижу тебя там. Увидишь.